Мы сегодня готовим апелляцию, потому что это решение первой инстанции. Это касается деловодства, это касается тех решений, которые были. Сегодня мы готовим апелляцию, подадим апелляцию, потому что, на наш взгляд, это решение, которое было принято, оно не отвечает требованиям закона. Юристы сегодня излагают нашу правовую позицию, и она будет озвучена в апелляционном суде. Есть решение суда, есть ссылки на правовые позиции и буквы закона. Поэтому доводы, которые сегодня я получил от нашего юридического департамента, они обоснованы. И на основании этих доводов мы будем подавать апелляционную скаргу. В городе Харькове мы признаем то, что, конечно, официальный язык сегодня украинский. Да? И мы сегодня ведем исполком и сессию городского совета на украинской мове. Но сегодня в городе Харькове почти 80% населения говорят на русском языке. И сегодня было бы неправильно говорить о том, что нет их, что их возможность будет узурпирована. Поэтому я считаю, что мы сегодня должны отстаивать мнение большинства харьковчан и их право на то, чтобы они разговаривали тем языком, которым им удобно разговаривать. Сегодня в городе Харькове русский язык вы слышите повсюду. Поэтому наша позиция такая.